Здравствуйте. Вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Самара сегодня отмечает День города. К этому событию в столице региона открыли памятник великому русскому писателю Алексею Толстому. Сегодня третий, заключительный день голосования. Явка избирателей на 10 утра 8 сентября составила 41,81%. В летнем театре Струковского сада прошел концерт заслуженной артистки России Екатерины Гусевой. Она исполнила известные русские романсы. Сегодня третий, заключительный день голосования. Избирательные участки будут работать до 20 часов. Прямо сейчас наша съемочная группа находится в избирательной комиссии Самарской области, где в эти минуты председатель облизбиркома Вадим Михеев объявляет промежуточные итоги явки избирателей на выборах по состоянию на 12 часов. Добрый день. Сегодня 8 сентября 2024 года. В 8:00 избирательные участки открыли свои двери для проведения голосования на выборах губернатора Самарской области. Это третий день голосования. Все участки работают в штатном режиме, все 385 КАИБов также работают в штатном режиме. Система видеонаблюдения работает на каждом избирательном участке. По итогам двух дней голосования 6 и 7 сентября 40,35% избирателей Самарской области уже реализовали свое право. Сегодня на 12:00 в Самарской области на выборах досрочных губернатора Самарской области явка зафиксирована на уровне 44,49%. 1,062,004 избирателя уже реализовали свое право. В городе Самара явка составляет 35,06%, в городском округе Тольятти 28,02%. По всем остальным малым городам в совокупности явка составляет 49,52%. И, как всегда, наиболее активно голосуют избиратели в сельских районах. Там совокупная явка составляет 72,17%. Наибольшая явка наших избирателей зафиксирована в одном из сельских районов Похвесневский. Там явка на 12:00 составляет 92,4%. 15,184 избирателя реализовали свое право. Наименьшая явка в процентном отношении зафиксирована в Автозаводском районе городского округа Тольятти. Это самый крупный район в Самарской области, да и, пожалуй, в России. Там явка составляет на 12:00 27,48%, но в абсолютном выражении достаточно большое количество избирателей уже приняли участие в голосовании, а всего 87,864 человека, что для Тольятти является достаточно высокой явкой. Если сравнивать периоды голосования, то чуть выше, на где-то на 3-4% у нас отмечается явка, чем в аналогичный период на выборах губернатора в 2023 году. За дни голосования в избирательную комиссию в первый день не поступило ни одного обращения. Сегодня тоже нет никаких обращений на нарушения. Вообще я хочу отметить, что нет обращений на нарушение действий членов избирательных комиссий, что не может не вызывать гордости за своих коллег, которые работают на участках избирательных. 7 числа вчера к нам поступило два обращения. Одно от избирателя на нарушение агитации. Данные факты нами проверены и отправлены для дальнейшей проверки в правоохранительные органы. Также один из кандидатов на должность губернатора Самарской области обратился к нам с обращением о предполагаемом нарушении другим кандидатам на должность губернатора Самарской области. По его мнению, данный кандидат разместил ролик в нарушении действующего законодательства. Была проведена соответствующая проверка. Выяснено, что действительно один из кандидатов фигурирует в сети интернет в ролике, но не как кандидат в Самарской области. То есть
В данном ролике речь идет о выборах в Ленинградской области, то есть данное лицо как кандидат там не фигурирует и вообще не имеет никакого отношения к Самарской области и фигурирует там как член своей партии, от которой он выдвинут. Поэтому в данном случае нарушений не выявлено, жалоба не удовлетворяется. Вот с такими результатами мы подошли к 12.00 8 сентября. Спасибо. Сегодня в Самарской области до 20 часов работает и общественная горячая линия связи с избирателями. Перерыв с 13 до 14 часов. Чтобы узнать необходимую информацию о выборах или сообщить о возможном нарушении, можно обратиться по телефонам, указанным на экране. Свои обращения можно отправить также по электронной почте. На избирательном участке 2809, который находится в школе номер 55, проголосовала Юлия Копылова, депутат районного совета Куйбышевского района. Голосование – это праздник. Я с детства, потому что родители делали из этого праздника. Сегодня я тоже делаю из этого праздника. Во-вторых, это любовь к родине, потому что можно много говорить о политике, но и прийти на голосование – это как раз проявить какую-то заботу о своей стране. Я голосую всегда, не было еще никаких выборов, которые я пропустила, тем более сейчас можно сделать это заранее, но я все равно люблю именно сам официальный день голосования. И заметьте, в этот день всегда прекрасная погода. Сегодня Самара отмечает свой 438-й день рождения. Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самары по случаю Дня города. Он отметил, что это событие вызывает живой отклик в сердцах не только жителей областного центра, но и всех, кто видел неповторимые волжские закаты. Самара – это космос, авиастроение, металлургия, оборонно-промышленный комплекс. Это наука и высокие стандарты образования. Сегодняшним победам и достижениям нашего мегаполиса мы обязаны всем поколениям самарцев, их трудовым традициям, ответственному отношению к прошлому, настоящему и будущему родной земли, глубокой и искренней любви к Самаре. И выразил особую признательность тем, кто защищает наше Отечество на полях специальной военной операции, кто помогает им в тылу и поддерживает их семьи. Сохранить память. Ко дню города в столице региона открыли памятник великому русскому писателю Алексею Николаевичу Толстому. На открытии присутствовали временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина и потомки писателя. Обо всем подробнее Полина Чулюкова. Памятник Алексею Толстому открыт! Автор «Золотого ключика» поселился в новом для Самары месте – литературном сквере, который также открыли ко дню города. Это интерактивное пространство, где можно услышать голос писателя, послушать говорящий букварь и поговорить с героями произведений. Нам важно чтить эту память, нам важно нашему молодому поколению ее показывать, рассказывать, вовлекать. И вот такой сквер – это еще один шаг к тому, чтобы мы эту память чтили по-настоящему. Уверен, что таких пространств у нас будет появляться много. Алексей Николаевич родился и вырос в Самаре. И даже покинув город, часто приезжал сюда. Самара описана во многих произведениях писателя. Толстой известен не только как создатель «Буратино» и автор романа «Хождение по мукам», но и патриот своей родины, соавтор речи Молотова 22 июня 1941 года. Нам как никогда важны перед глазами примеры настоящих патриотов. Ведь Алексей Николаевич Толстой не просто писатель. Алексей Николаевич Толстой – фронтовой корреспондент двух мировых войн. Это человек, обогативший отечественную мировую литературу большим количеством исторических произведений, которые формируют наше восприятие своего прошлого. Можно сказать, что талант Алексея Толстого вырос здесь, на Самарской земле. От имени всех потомков Алексея Толстого я не могу не поблагодарить всех тех, кто так или иначе принимал участие в этом проекте. Правнук Алексея Николаевича Никита Толстой рассказывает, в Самаре уже бывал, но впервые осенью. Вместе с семьей гостит на улице Куйбышева и наслаждается прогулками по городу, как когда-то его знаменитый предок. У нас очень большая семья. Я у отца, допустим, шестой ребенок, для понимания. У нас, если взять все последние поколения, будет у нас человек 50-70. И мало есть поводов, которые нас объединяют, могут объединить семью или вот так вот внезапно свести в одну точку. И это некоторое чудо. Вот для нас ощущается как чудо, что мы одновременно смогли встать в ряд четыре поколения людей, которые живут в разных городах. По-моему, это замечательно. Памятник и литературный сквер расположились возле музея-усадьбы Алексея Толстого рядом с домом по улице Фрунзе, 155. Полина Чулюкова, Николай Сидоров. События.
В Самаре прошла встреча с родственниками писателя Алексея Толстого, автора романа «Вхождение по мукам», «Петр I» и повести «Приключения Буратино» или «Золотой ключик». Встречу провели глава города Елена Лапушкина, депутат Госдумы России Александр Хинштейн и руководитель Департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Татьяна Шестопалова. Также в музее-усадьбе Алексея Толстого для гостей организовали экскурсию. Ксения Баканова пообщалась с родственниками писателя и готова рассказать подробности. Насладились красотами города на Волге и обменялись впечатлениями. В Самару приехали родственники писателя Алексея Толстого. История нашего города неразрывно связана с его жизнью и творчеством. Автор известных романов «Хождение по мукам», «Петр I» и повести «Приключения Буратино» или «Золотой ключик» родился в Самарской губернии и прожил здесь почти два десятка лет. Гостей поприветствовали глава города Елена Лапушкина, депутат Госдумы Российской Федерации Александр Хинштейн и руководитель Департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Татьяна Шестопалова. Спасибо огромное, что вы сегодня приехали, собрались большой дружной семьей в Самаре в канун празднования 438-летия нашего города. Безусловно, имя Алексея Толстого для Самары значит очень и очень много, и мы стараемся максимально сохранять память. И в этом году наконец-то воплотилась мечта, о которой мы достаточно давно говорили, что нужно сделать какой-то новый объект, новый памятник, новые прочтения и увековечить имя Алексея Толстого в очередной, еще раз на территории нашего города. Для родственников организовали мини-экскурсию по городу. Начали с музея-усадьбы Алексея Толстого. У нас были сыновья Алексея Толстого в свое время. По много раз были, во многом благодаря им этот музей и стал таким, каким мы его сегодня видели. Приезжали почти все внуки, но вот только Денис Дмитриевич у нас сегодня впервые. Это важно и для потомков, это важно и для самарцев, это важно и для Самары. В этой квартире все предметы интерьера передают атмосферу тех лет, когда здесь проживала семья Толстых. С каждым годом коллекция пополняется. Так, например, в музее появился новый экспонат – родовая икона святого Спиридона Тримифунского. Она была передана племяннице еще в советское время, однако тогда религия была под запретом. Есть прекрасный музей, который так бережно хранит память об Алексее Толстом, и который собирает по кусочкам самые разные материалы, самые интересные какие-то редкие снимки, которые координируют культурную общественность Самары вокруг себя. Это замечательно. Я знаю три музея Алексея Толстого. Один в Москве, один в Пушкине под Петербургом. И вот тут, но здесь просто вершина. Это потрясающе. Буквально один шаг, и ты переносишься в далекий 19 век. Два книжных шкафа и письменный стол, старинные архивные фотографии, блестящий самовар в обеденном зале. Здесь каждый уголок дома тесно связан с жизнью семьи писателя. Лап подлинная, это вот тоже из подарков Людмилы Ильиничны. То есть Алексей Толстой ее купил в 30-е годы. В столе в кабинете есть их фотографии с Людмилой Ильиничной. Рядом с этой лампой вот это вот. Первые наши музейные экспонаты – бюро и лампа. В нем очень много разных экспонатов, и пианино еще можно поиграть на нем. Буратино очень классный. Он такой с ручком, ключик нашелся золотой, и он очень маленький. Детям Алексей Николаевич известен как папа Буратино. Однако для юных читателей он написал не только эту книгу. Короткие рассказы меня поразили больше всего. Мне очень сложно вспомнить каждый из них конкретно. Я уверен, что за 20 лет многие из них, может, даже смешались у меня в голове. Но это самое интересное. И каждый рассказ он посвящен чему-то, что его зацепило. И у него всегда получается это выразить. Также гости подписали книги Алексея Толстого, которые хранятся в музее. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах дня. Воскресенье 8 сентября в Самарской области в ДТП погиб мотоциклист. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. 4:40 утра в Сызрани 42-летний водитель мотоцикла «Ямаха», двигаясь в направлении села Уваровка в районе переулка Вязовый, дом 10, наехал на железное ограждение, после чего съехал в левый кювет по ходу движения. Мужчина погиб на месте ДТП. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и подробности произошедшего. We'll be right back.
Появились подробности ДТП в Самаре на улице Белорусской в районе автобусной остановки «Дачная». 7 сентября в 17:30 36-летний мужчина, управляя «Тойотой Фортюнер», ехал по Белорусской со стороны улицы Сельской. Превысил скорость и врезался в автомобиль «Шевроле Нива», который впоследствии отбросило на впереди стоящий «Белджи», рассказали в Главном управлении МВД по Самарской области. В результате аварии 40-летняя пассажирка «Тойота» и 35-летний водитель «Шевроле» получили телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь. В Самаре из-за работ на сетях пройдут плановые отключения холодной воды. Для удобства горожан ресурсоснабжающая организация сообщила адреса возможных отключений. Согласно опубликованной информации, во вторник, 10 сентября с 9:30 до 13 часов будет понижено давление воды в домах по улице Старозагора 64, 66, 68, 70. С 10 утра до 6 вечера не будет холодного водоснабжения на улице Клинической 150. 54А, Марфлотской, 69 по 104 дома, Глинобитной, 40 по 47, переулке Севашский и во втором переулке. Бойлер с питьевой водой установят на улице Марфлотская, 77. В четверг, 12 сентября, из-за замены узла на водопроводной линии, без холодной воды с 10 до 18 останутся жители домов по улице Кабельной, 1, 2, 2А, 3, 4А. В Самаре сегодня проходит мероприятие в честь Дня города. Жители и гости Самары могут поучаствовать в квест-викторине «Знай историю Самары» и выиграть ценные призы на площади Куйбышева. Организована выставка-ярмарка производителей и мастеров «Сделано в Самаре». До 8 вечера проводятся бесплатные экскурсионные автобусы от площади Кирова и от остановки собор Кирилла и Мефодия. В Струковском саду идет Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии. А с 6 вечера на площади Куйбышева начнется патриотический концерт «С любовью к родному городу», на котором выступят самарские коллективы и исполнители, сводный духовой оркестр Сергей Трофимов и группа «Ума Турман». 8 сентября православные отмечают праздник Сретения Владимирской иконой Божией Матери. Согласно преданиям, образ был создан апостолом и евангелистом Лукой на кусочке дерева от стола, за которым Иисус Христос делил трапезу с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. В 1131 году икона была отправлена в Русь из Константинополя и установлена в Девичьем монастыре Вышгорода. Первый раз икона была перенесена в Москву в 1395 году. Празднование Владимирской иконы совершается несколько раз в год. К этому образу издревле обращаются с молитвами о мире и благополучии Родины. Помогает икона исцелиться от душевных и телесных недугов, особенно от болезней сердца. В Летнем театре Струковского сада состоялся концерт заслуженной артистки России Екатерины Гусевой. Она исполнила известные русские романсы. Вход на концерт для всех желающих был свободным. На вечер романсов отправилась и наша съемочная группа. Вечер романсов в Летнем театре Струковского сада. Известные композиции для самарцев исполнила актриса театра и кино, певица и телеведущая Екатерина Гусева в сопровождении пианиста и композитора Александра Пакитченко. Выступление завершило первый день Всероссийского фестиваля духовых оркестров на сопках Маньчжурии и стало подарком для самарцев к Дню города. Я спешу сердечно поздравить вас с Днем города. Мы не случайно выбрали для начала нашего концерта именно этот романс из фильма «Жестокий романс» кинорежиссера Эльдара Рязанова, уроженца Самары. Романс – это музыкально-литературное произведение. Здесь одинаково важны и слова, и мелодия, которые западают в сердце. Этот жанр с самого своего появления требовал от слушателя и исполнителя камерной обстановки. И в этот вечер ее удалось создать в Самаре. Казалось бы, День города – шумный праздник. А здесь слушали, стояли дыхание, внимали, аплодировали, бесконечно приятно. Обычно такую камерную атмосферу сложно создать в таких площадках, но мне кажется, нам со зрителями сегодня это удалось. Для самарцев прозвучали песни из любимых кинофильмов на стихи Беллы Ахмадулиной, Марины Цветаевой, Булата Акуджавы. Thank you.
очень душевно, да, я ее знаю с другой стороны, конечно, она для меня больше актриса, чем певица, да, но когда актриса, она же еще и поющая, это вообще очень здорово на самом деле. Как поет, тоже слышала по телевизору, теперь вот живой, очень хороший концерт, побольше бы таких, очень нравится, успокаивает. В летнем театре организовали партер на 700 мест, но желающих услышать русские романсы оказалось гораздо больше. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. В День города в Самаре усилят работу общественного транспорта. Сегодня с 22:30 к улице Самарской на участок между улицами Красноармейская и Льва Толстого подадут дополнительные автобусы. До 12 ночи продлят работу трамваев номер 1, 3, 5, 20, 22, 13 и 4 и троллейбусов номер 6. Также для обеспечения безопасности с 12 дня до 12 ночи ограничат движение транспорта в районе площади Куйбышева. Кроме того, на этих участках до 12 ночи запрещается остановка и стоянка автомобилей. Движение городских автобусов маршрутов 24, 80 и 226 проходит по измененным маршрутам. И вот какие материалы готовят к эфиру наши корреспонденты прямо сейчас. В Самаре в День города возложили цветы к памятнику основателю Самары князю Григорию Засекину. В церемонии приняли участие глава города Елена Лапушкина, депутаты Государственной, Губернской и Городской дум, главы внутригородских районов, почетные жители региона и города. Высочайшая концентрация и развитая координация. Плацпарад трех оркестров, участников фестиваля на сопках Маньчжурии, прошел возле памятника Григорию Засекину. «Мои университеты». Пешеходная экскурсия под таким названием прошла в рамках проекта «Моя Самара». На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страницах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся!